Что-то вспомнилось, рассказывал один наш знакомый, они приехали в уральский городок маленький, вышли из поезда на вокзале, и ловят мужика, спрашивают, а где здесь туалет? Он сказал гениальную фразу, а к везде? Ну, у нас в деревне персонажи какие-то там, и хороший колорит. Сергей поговорился, что у него мама была завклубом. Да. И вот именно благодаря этому факту он и стал артистом. Ну, может быть, как бы и в том числе благодаря этому факту, наверное, изначально как-то у меня родились какой-то там с гуманитарной направленностью творческой, естественно. А плюс к тому еще мама была завклубом, и сцена была моя. Я помню свой первый выход на сцену, прям, ну, то есть сидели односельчане. Это было в классе в первом. Так-то я бегал по ней, но выступать мне еще не давали. А в первом классе, я помню, пел песню «Пусть бегут неуклюже, пешеходы по лужу, асфальт по...» вдвоем с мальчиком. И для меня это было так волнительно, так я прям это запомнил, прямо вот как сейчас помню. А в школе всегда было, у нас там класс 15 человек, 4 парня, остальные девчонки. Вот. И всегда называли 8 девок, один я. Самодеятельности из парней только я участвовал, и девчонки со мной. Я там с ними плясал и прочее. А первая роль какая была? Первая роль вообще «Утренняя жертва». Такая была пьеса, это у Турушева, когда были... Нет, я имел в виду на сцене райклуба. Или нет, тебе тогда не дали никакой там роли? Драматической никакой роли не было, вот только пел, плясал и смотрел в телевизор и говорил, я хочу жить в городе, маме говорил, нужно уехать туда, потому что у нас здесь нет возможности, я бы вот так же плясал в телевизоре, вот как эти пацаны сейчас, я это хочу. Но они как-то не сподобились уехать в город. Анна, у тебя тоже был какой-то бэкграунд, как теперь говорят, чтобы стать драматургом? Был. Ну, у меня был папа. Он писал стихи детские. Ну, тогда это очень популярно было. Барда, КСП. Открывай двери. Пел. Ну, сочинял песни. Сначала сам пел, потом... Для детей стал их сочинять, для местных, вот, просто... А что-нибудь можешь, так сказать, воспроизвести? Я не готовилась, но у меня в голове, наверное, штук 200 всех его с любого места песен есть. Пару строчек. Давай, спой песню. Ну, не буду я петь, что я петь. Ну, ты говоришь песню, так я думал, сейчас запоешь. Ну, если я запою, может, так это, я... может быть, решат, что это плохие стихи, а на самом деле просто у меня голос некрасивый. Ну, давай, как хочешь. Хорошую песню не испортишь. Да. Вокал. Я думаю, что-нибудь такое, самое такое любимое. Он мой хороший. Но, Я чувствую, вы репетировали, да?